перед нами фляга для воды старого образца, использовавшаяся в вооруженных силах Франции. Такая фляга состоит из трех элементов. Из алюминиевого котелка с ручками, брезентового чехла и самой фляги. Фляга имеет объем 1 литр. Крышка фляги изготавливается из пластика и крепится к самой фляге при помощи алюминиевой цепочки. Такие фляги состояли на вооружении в середине 20 века. На дне фляги можно найти клеймо с годом производства и фирмы-производителя. Такая фляга будет интересным подарком для туристов и любителей старинных армейских вещей.